Более 300 активных долголетов приняли участие во всероссийском спортивном марафоне «Шаги здоровья», приуроченном ко Всемирному дню северной ходьбы. Главная задача акции – пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха на свежем воздухе. Пожелать удачи и поздравить с праздником участников приехали окружные депутаты партии «Единая Россия», общественники и представители администрации муниципалитета. Я с удовольствием и радостью приветствую вас на Одинцовской земле. Такого рода события, такого рода фестивали показывают, что здоровый образ жизни, занятие спортом на свежем воздухе – это то, что позволяет нам с вами быть здоровыми, активными, жизнерадостными. Перед стартом веселая музыкальная разминка на центральной поляне Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха. Под зажигательные ритмы танцевали все. Еще раз уйти, чтобы вернуться. Еще раз закончить, чтоб начать. Участники, преимущественно люди старшего возраста, приехали из 9 округов Подмосковья. От Одинцовского выступили 90 активных долголетов. Организаторы подобрали дистанцию посильную для каждого – 2,5 километра. Сегодня у нас не на скорость, не на время. Наш марафон просто дружеская, оздоровительная прогулка, я бы так ее назвала. Ну и, собственно, это праздник, потому что это открытие сезона. Я думаю, что сейчас будет много марафонов и различных фестивалей под открытым небом, в том числе вот здесь у нас в парке. Скандинавская ходьба для одинцовских долголетов – дисциплина привычная. Многие из них постоянно занимаются ею здесь же, на Лазутинке. С 2017 года я здесь, в Одинцово, создал клуб скандинавской ходьбы «Шаги здоровья» называется. Сегодня у нас тоже мероприятие «Шаги здоровья», вот этот проект. У меня сейчас те, которые пришли ко мне и написали заявление, 149 человек. Самой старшей участнице секции скандинавской ходьбы Валентине Басовой уже 86 лет. Но благодаря активностям женщина свой возраст не ощущает. Мне нравится ходить. Все время, если я не приду, я плохо себя чувствую. Я все время хожу. И чем больше пройду, тем лучше. А перед днем рождения я хожу вообще 6 километров. После активной прогулки все вместе подкрепились ароматной кашей на полевой кухне. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».